Так, снова всем welcome. Я продолжаю снимать на Акихабаре. Сейчас уже закат начинается. Выглядит все так красиво. То есть вот так вот выглядят здесь здания. С рекламой там, со всякими этими самыми фигурками и так далее. В принципе, достаточно интересно выглядит. Вечером хорошо выглядит, то есть именно освещение, все. И есть на что посмотреть. Тут есть соседняя улица, где тут левее. Там будет очень много девушек стоять, зазывать всякие мейды кафе и так далее. Странные какие-то костюмы у них. А это вот на китайском говорят. Это также главная улица у Акихабары. Здесь находятся все крупные магазины, аниме, хобби и так далее. Если вдруг вы захотите, например, взять велосипед в прокат, вот у них есть такие вот эти самые велосипеды. Ну, вот от Докума, например, этот велосипед. То есть там подносишь вот эту карточку, которую разрегистрировал. Ну, предварительно надо регистрировать. Вводишь там код, он открывается, и ты можешь ехать в любую точку на нем. Ну, а потом ты просто закрываешь его, оставляешь все, и за ним потом приедут. Такой вот сервис. Вот неплохие магазины там. Аниме, АКБ-48, там Дон Кихот. Тоже классно выглядит. Вот такие вот даже есть. Зайчики. Да-да-да. Каких тут зайчиков, там вот на соседней улице стоит. Ой, сколько. Нифига. Ну вот, фигурки продают. Третий этаж, такие фигурки написано там. Четвертый этаж, DVD, аниме и так далее. То есть вот... Звездные войны рекламируют даже. Телевизор здесь, все дела. Всякие кафешки. Также можете покушать здесь недорого, если вдруг вы проголодались. MacBook. Всякие тут. Бэушные MacBook'и, обычные ноутбуки продают. Вот, такс-фри. Такс-фри, свободный от налогов. Это вот магазин, если вдруг вы захотите купить себе без налогов, без японского, вот этого 8% налога. Вот надо искать магазины такс-фри. Здесь их дофига в этом. О, взрослый мужик гуляет со школьницей. Это тоже один из сервисов Акихабары. То есть мужики, значит, взрослые, те, у кого уже есть какие-то денежки там, дядечки, да, можно даже сказать, такие, захотят погулять со школьницей. Он прячется от камеры. В общем, вот, значит, они, значит, что делают? Есть специальный сайт, эти дядечки заходят на этот сайт, регистрируются. И за определенную денежку могут погулять со школьницей. Она может быть реальной школьницей, а может быть нереальной. То есть как бы просто костюмчик одеть. Сасан, это алкогольный кафе, да? Айкиби, но... Акиба Хай Скул, а, кафе. Кафе? Номи хода, осаке. Осаке, да, аримаска? Аримасу, де, софту дринк. Таби хода, но номи хода, аримаска? Таби хода, я не знаю, но номи хода. А, номи хода, так есть. А, ута, ута, имаска? А, できますよ. А, дживун, де, айкиби, кимаска? Айкиби, кимаска. А, гонай, деска, занавес. Икиби, китай, да что, кафе есть.
なるほど。ありがとうございました。Я сказал, что что там у вас, алкоголь есть там? Ну, типа, ну, мехода это бехода, это то есть, безлимитная выпивка в ей, да. Он говорит, да, есть. То есть, ну, в основном выпивка только, не еда. В общем, и, говорит, если хотите, зайдите туда, говорит. Я говорю, а что там, AKB, вот эта группа, поет? Они говорят, нет, не поет. Я говорю, ну, неинтересно тогда же. Это еще магазинчики с сувенирами. Это, типа, магазины там косметика и всякие лекарства продают. В принципе, вот она заканчивается, эта улица уже. Здесь тоже АКБ, АКБ 48. Написано. Харакири. Это магазин с этими фотоаппаратами, с биноклями, там, с оптикой. Вот паста. Магазин паста. Тоже, кстати, норм. Вкус, достаточно вкусно здесь паста делается. То есть это не просто макароны. Это макароны в соусе там каком-то обжариваются, там добавляются фрукты, овощи, мясо какое-то там прям. Ну, в зависимости от того, какая паста. В примере я видел пасту с авокадо, паста с каким-нибудь помидором, это стандартный там, с грибами, там, с грибным соусом там, или же там паста с, например, с картошкой также есть. Достаточно. Интересно, там большой выбор, можно выбрать любое наполнение, тоже там базилик туда добавить, еще что-то, что вам нравится. То есть. Ну вот, в принципе, мы дошли практически до самого конца, до самой Акихабары, там дальше на той стороне уже, ну, не будет уже этих самых так много магазинов, там уже чуть-чуть совсем и все, вот один из крупных последних магазинов здесь на этой улице, дальше уже там идут мелкие, практически уже все, там нет больше магазинов. На анимешную тематику. Вот. А здесь вот, если пройтись чуть-чуть дальше, ну, вот по этой улице, сейчас там, правда, засвечивает, наверное, камера. В общем, здесь находится этот полицейский участок. Это в случае, если вдруг там что-то кто-то пристает кому-то, то есть они все бегут сюда. Вот такой вот полицейский участок. И тут дальше вот не здесь, конечно, вот следующая улица. Здесь вот магазин с куревом. На втором этаже там страйкбольный магазин. Так, сейчас покажу. Где эта улица-то? Не здесь тоже. В общем, там тоже анимешная улица. Разные кафешки стоят. Разные эти самые. Электроники, магазины. Сейчас покажу. Да-да, вот здесь вот. И вот туда вот прямо идете, и там вот слева-справа там куча магазинов разных там. Ну, в основном БУ электроника, новый мало здесь. И кафешки, магазины, бары, рестораны тоже там. Все есть. Вот такая вот Акихабара днем здесь. Ладно, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!